Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы сделаем обзор на стулья торговой марки Novi Steel Amelie Chrome Box 4, приобретенный в магазине onlinetrade.ru. Вот чек о приобретении. На стульчике идет гарантия 18 месяцев. Стоили они на момент покупки 6 890, хотя сейчас уже подорожали до 8 690, так что удалось купить по хорошей цене. Также рекомендую делать доставку, потому что коробка достаточно габаритная и достаточно тяжелая. Вот стульчики вставляются вот в такой коробке, большой. Высоту она 93 сантиметра. Боковинки у нее примерно по 50 сантиметров. Достаточно тяжелая и громоздкая. На коробке написана информация о производителе. Novi Steel Amelie Chrome Box 4. В коробке находится 4 стульчика в разобранном состоянии. Коробочка была вся заклеена скотчем onlinetrade.ru для перевозки, для хорошей. Вот. Ну, такая габаритная коробка войдет в мало какую машину, для кого. Вот. Поэтому рекомендую все-таки делать доставку. Хотя доставка не очень удобная, не учитывается время, в которое вам надо, чтобы доставили, а учитывается время, которое они могут только. Итак, внутри коробки мы видим вот такие сиденья. Внутри сиденья есть крепежи. Это 4 винта одного вида, по 2 винта еще двух видов, ключик для одних из винтов, уголочки 2 и 2 шайбочки. Все это здесь находится. Затем находится вот такая, вот в пакетике, вот такая спиночка. Красивая такая, длинненькая. Сзади замочек. На спиночке указана фамилия обивщика. Вот такая у нас спиночка. Ставим сюда. И также в коробочке находится основание для стула. Вот такое основание. Все закрыто специальными штучками, чтобы не поцарапалось. И вот здесь тоже, чтобы при транспортировке не поцарапалось. Все вот достаточно качественно сварено. На ножках здесь есть заглушечки пластиковые, чтобы не царапался ваш пол. Так что вот получается такой у нас полуфабрикат. Он будет вот в таком виде собираться. Вот, вот так. И сиденье. Вот так получается наш стульчик. В итоге из представленных частей получаются вот такие стульчики. Сейчас я расскажу, как их собирать. К каждому стульчику прикладывается вот такая инструкция по сборке. То есть 4 стульчика в комплекте, 4 инструкции по сборке. Собирать достаточно легко. Для этого вам потребуется вот такая отвертка четырехгранная. Крестовая. Вот. И ключ, который находится внутри пакетика с винтами. Сейчас примерно схематически покажу, как осуществляется сборка.
Итак, сборка осуществляется так. Нужно сначала прикрепить вот эти основания к спинке с помощью шестигранного ключика, который идет в комплекте. Затем крепятся к спинке вот эти уже четырехпестовые отвертки, крепятся вот эти кронштейны к спинке. Затем в таком вот виде переворачивается и длинными болтами крепится основание к сиденью. И затем уже крепятся последние винты, тоже крестообразная отвертка к сиденью. Все дырочки совпадают, все очень удобно, резьба достаточно хорошая, только один у меня винтик не очень заходил. Все остальные, вот я собрала уже три стула, все хорошо. Так что получаются вот такие симпатичные стульчики. Очень стильные. Вся обивка очень приятная. Сиденья мягенькие. Так, теперь насчет габаритов. Так, про габариты. Сиденье у нас имеет габариты вот здесь 42, вот так 40. Спинка в длину, в высоту 75, по верхнему краю 35, по нижнему 22. Сам стульчик, если его измерить, высоту имеет 95 сантиметров, по нижнему краю, по ножкам имеет 45 сантиметров. Вот. Рекомендую такие стульчики к покупке. Они очень веселенькие, надежные. Напоминаю еще раз, что гарантия 17 месяцев. Большое спасибо за внимание. До свидания.